Александра, можно я скажу? Это все понятно. Те, кто интересовался деятельностью Навального, хорошо, он предлагает опустить нашу сейчас действующую верхушку, сказать нет коррупции и так далее. Что, какие конкретные действия он предлагает? Собраться на митинг? Да. Сказать, какой он гад? Он просто хочет ответа получить. Он снял видео на Медведева, и он хочет получить ответа от власти. И что? А власть молчит. Да. Просто нет, подождите, вы снимаете видео про Киру Петровну, пишите там, что она там такая-сякая, она там не следит за тем, у нее бегают по школе тараканы, и все, собираетесь и требуете ответа. Как вы думаете, я пойду с вами разговаривать? Нет. И он не пойдет. Это смешно. Программа политическая – это конкретные действия для укрепления экономики, разработка каких-то планов. То, что он делает, это... чистой воды провокация, понимаете? Вы еще не понимаете этого. У нас сейчас очень неустойчивое экономическое положение, скажем прямо, экономическая яма. На основании чего? Вы изучали, да, обществознание и так далее. Вы знаете, что у нас сейчас экономическая блокада, по сути, в стране, правильно? Ну, я хочу услышать ваши знания, что сейчас происходит? Кризис чем вызванный? То есть самая информация. Это результаты, источники, чем? Да, чем вызваны? Санкции, знаете, что такое? Санкции, Европейский Союз, вся эта блокада. Так, кем? Еще раз, Европейский Союз, правильно? То есть у нас сейчас очень устойчивая и очень крепкая политика у нашего лидера. У него очень высокий рейтинг на мировой арене. Как? За счет чего? За счет внешней политики. Внутренняя политика, понятно. Слабовато. Слабовато. Почему? А потому что денег нет. И мы сейчас это чувствуем, прежде всего, вот... А какая внешняя политика у нас проводится? Против нас Америка, против нас Европа. А в результате чего, скажи? Из-за чего? Из-за Крыма, что мы отобрали его, типа. А ты считаешь, это плохо? А мы не отобрали его? Ну мы, типа, в кризис как вошли. Как референдум? Мы не убирали здесь, нет. Там... 85% тебя страшно. Да, он меня сегодня не хорошо, скажи мне, что с твоей точки зрения произошло? Даже хочется узнать. Ну-ка, расскажи мне, может, я какую-то сторону не знаю, что ли не слышал. Ну почему против нас санкции ввели? Ты только что ответил на этот вопрос. За проявление силы. Закрыли. Потому что проявили силы. Знаешь почему? А из-за чего вообще война началась в Крыму? Не в Крыму, на Украине. Из-за чего? Знаешь? Ну, из-за революции, типа. Из-за чего? Смены власти. А, мальчик, так ты-то не читаешь, ничего не знаешь. У тебя очень поверхностные знания. Так, а вы расскажите. Из-за чего произошла вообще весь этот конфликт? Почему Америка туда влезла? Так она открыто не влезала. Где? На Украине. Где? В Крыму. В Крыму! А Крым взял и отошел куда? И что, и как они... И как Америка к этому отнеслась? Ну, как бы, там, вы видели войска там американские в Украине? А русские войска ты видел в Украине? Да. Ну, видео ходят, не представляете. Видео – это постановка, прежде всего. И не надо верить. Я типа много информации слышал, что вот друзья там каких-то людей. Я понимаю, что вы очень однобоко смотрите на эту проблему. И широты вот этого политического круазура у вас нет. Очень узкая проблема. Вы увидели Навального, посмотрели его видео, все. Вы так считаете. Собственного мнения у вас на этот счет нет. Только то, что вам навязывают. Иногда вы пользуетесь непроверенными и даже, можно сказать, провокационными источниками. Как марионетки. Если наше мнение совпадает с его мнением. А у вас есть мнение? Нет. Ну, вот только что. Я вас наталкиваю на то, чтобы вы смотрели не только на эти, но еще, если говорят о том, что да, вот здесь вот плохо, посмотрите другие источники. Почему вы только одному источнику видите? Так мы не один источник смотрим. Ну, вы, видимо, смотрите. Так наше телевидение показывает только то, что выгодно государству. Не голос Америки слушаете. Нам не будут показывать. То есть, ребята, я поняла, мы как-то неправильно у вас воспитали гражданскую позицию. С точки зрения гражданственности у вас большой минус. То есть патриота в вашей школе, в вашем классе нет. А правда? Что значит быть патриотом? Я говорила, Никит, ты... Это власть поддерживает? Никит, ты хочешь патриота? Я извиняюсь. Возьми, пожалуйста, организуй группу и сделай субботник в своей улице. Ребят, поднимите руку, сколько из вас в волонтерском движении состоит? Вот вам гражданство. А для чего волонтерство создавалось? Вот ваша гражданская позиция. А подождите. Не надо смотреть высоко на Путина и Медведева. Посмотрите на наш район. Волонтерство, что организовано Единой России, так? Поддерживается.
Давай. Ну, мы против Единой России. Понимаете? А чего вы говорите от множественного числа мы? Кто против Единой России? Поднимите руку, пожалуйста. Саня. Ну-ка, ну. А за что вы, хорошо? Мы против Единой России. Ну, против. А за что? Почему? Мама не против этого. А что такое справедливость? То, чего у нас нет? Справедливость? Это власть заботится о людях, а не только о своих силах. Какая власть? Которая заботится о людях, о обычных гражданах, а не о своих миллионах. Многие люди хотят жить в свободном государстве, в свободной стране. И все это... То есть вы считаете, что с приходом Путина и Медведева жизнь в стране ухудшилась? Нет, они просто засиделись. Они засиделись там. А ты жил в какую-то другую эпоху, я, наверное, что-то упустила. При ком тебе хорошо жилось? Мне? Да, но при Путине тебе плохо, сказал, стало хуже. Мы изучали историю. Естественно. Ну? Что ну? И давай дальше. Я тебе спрошу конкретно тебе, при каком правителе тебе хорошо жилось? Что ну? У нас один правитель был, по сути. Ты сказал, что стало хуже. В чем стало хуже? А вы в 90-е годы лихие не жили, когда у каждого человека были... Простите меня, холодное оружие, огнестрельное оружие и беспредел по стране был. А я в это время в институте училась, что после 8 вечера страшно было на улицу выйти. Вы этого не видели. Ну, вот вы не видели еще беспорядок. Вы хотите опять такое, да? Это вы к этому приходите. Ну, сейчас вот посадили за ни за что человека. Забрали в милицию. Это гражданская война. Это беспредел. Правильно, беспредел. Потому что в первую очередь, что к чему идет любой митинг и любой раскол власти? К чему он идет? Политическому кризису, а дальше гражданскому. А дальше гражданскому, а брата убийство. Вы хотите, как в Украине? Вы хотите, как в 18 году у нас было? Мы не хотим такую власть. Нет, мы хотим свою точку зрения. Ребят, будет вам 18. Вы можете это сделать сейчас? Да. Каким образом? Ну, просто собраться. И что? Ну, толпа будет. Конкретно. Да, да, вот. И что? И что так? Люди хотя бы увидят. Кого? Видишь, что граждане против. У вас против. Есть на кого посмотреть. Вы еще граждане? Совсем это горстка людей, которыми будут руководить взрослые люди, которым терять, как сказать, нечего. Ребята, мы попытались, во всяком случае, в чем-то вас убедить, предостеречь. То, что сейчас начинается, это называется полемика, и она никому не нужна. Вам сейчас нужно все равно, я вам советую. Я не настаиваю, но я советую. Прислушаться к тому, что мы сказали, сделать определенные выводы. И я думаю не прежде всего о вашем будущем. Помню, и мне, и я ругалась с этими представителями власти, я пыталась хоть как-то Максима защитить. То есть я говорила, что это просто юношеская выходка, никому не нужная. Поверьте мне, ему сейчас не сладко. Очень не сладко. Я не хочу, чтобы ни один из вас не попал в подобную ситуацию. А дальше думайте сами. И хуже ему не сделали. Все, что вы говорите здесь за партой, это просто сейчас пустые слова. Герой, а если вы... Поступите, еще раз повторяю, станьте людьми и добивайтесь. Это будет правильно. А сейчас что? Детские выступления. Извините. Пожалуйста. Ребята, я еще раз прошу. Все, подумайте. Подумайте. Итак, ребята, с чего начнем? С оценок и ВСД.